От каждого по возможностям, каждому по труду. 85 лет отметили работники сельхозхозяйственного кооператива «Сула». В юбилейный день вспомнили тех, кто стоял у истоков Коткинского колхоза и наградили лучших работников. Побывала на празднике и наша съемочная группа Алина Выучейская с подробностями. Современный колхоз «Сула» берет свое начало с 20 века. В январе 1930 года в Коткино создали рыболовецкую артель, которая уже через год выполнила план по вылову рыбы. Сегодня СПК «Сула» – крепкий сельхозкооператив, который не только добывает рыбу, но и производит свою молочную продукцию, выпечку и мясные полуфабрикаты. Часть продукции вывозят на продажу в Нарьян-Мар, остальное реализуют в Коткино. У нас все хорошо разбирают, всю молочную продукцию, мясную, как бы и даже городские приезжают. Все разбирают у нас. Гуляш, котлеты, мясо говядина, фарш. Элина Канева в колхозном магазине работает уже больше 11 лет. За верность своему делу девушку наградили благодарственным письмом Заполярного района. Таких преданных работников в СПК РК «Сула» 62 человека. И работают все не по одному десятку лет. Ольга Конюкова, например, аж 38 лет своей жизни. В колхоз пришла работать в 19 лет. Я работала на ферме сразу пока бригадиром, а потом... Ну, не знаю, что вроде работали и работали, кто его знает. Всяко было, где хорошо, где плохо, ну что делать. Работали, вся жизнь прошла в колхозе. Детей вырастили, выучили, все с колхозом связано. Именно дружный коллектив – залог успешной работы, отмечает председатель колхоза Алексей Коткин. Сегодня он тоже принимает поздравления и слова благодарности. Из всех подарков для него и всех жителей села – лучшее строительство новой фермы. В этом году на эти цели заложено 20 миллионов рублей. Планируется, что новая ферма будет вмещать в себя до 200 дойных коров и еще столько же телят и быков. Впрочем, обновлять надо не только ферму. Пекарня также требует ремонта. Ну, здание, естественно, ремонт уже сделать косметический, может быть, даже где-то капитальный, но пока все нормально работает. Это так же ведь, как износился костюм, пошел новый, купил, так же все, и производство так же оно идет. Производство действительно идет. За 85 лет СПК РК «Сула» из рыболовецкого колхоза превратилось в серьезное хозяйство со своим маслозаводом, пекарней, телятником и коровником. Новых успехов и расширения ассортимента колхозу в этот день пожелали первые лица округа и района. Завершилось празднование юбилея концертом самодеятельных коллективов, среди которых, кстати, практически все артисты – работники колхоза. Вот такие вот мастера на все руки. Алина Выучейская, Александр Дуркин, телеканал «Север», Коткино.